Снова Ольга Халтурина. Сейчас машину заглушу. Подъехала к пассажирам. Жду. Решила снять видео стоя. Просто уже несколько раз снимала, все дребезжит и не получается, как бы хорошего видео не получается, потому что дорога, сами знаете, какая в некоторых местах, и телефон трясется, у меня стабилизации нет в телефоне. Вот. Поэтому по просьбам трудящихся хочу рассказать, как я приехала в Питер. Ну, это, конечно, глобальная проблема по всей России, это безработица. Вот. Ну, мужчины у нас в поселке так или иначе находили работу, постройки, ездили в Питер, Москва. На север кто-то ездил, подзарабатывали. Ну, а женщинам практически негде было работать. Пока училась в техникуме, я так привыкла, что у меня есть всегда деньги. Стипендия была у меня хорошая, вообще отличная стипендия. Потом я зарабатывала еще, концерты ставили, так как я девочка музыкальная. Потом за это все платилось. За первое, второе, третье место все платилось. Я на третьем курсе заняла первое место по многоборью. Поэтому за каждое место заплатили. Я все время была с деньгами. Даже у родителей было стыдно просить. И вообще как-то, ну, так как всем высылали деньги, я, конечно, тоже приезжала домой и говорила, ну, мне на обратную дорогу. Вот. Ну, мама, конечно, продукты посылала, все такое. Но деньги всегда у меня водились, пока я училась. Студенческие годы – это вообще незабываемое. Весело. У меня студенческие годы прошли очень весело. Вот там за соревнования эти, как сказать, я даже первый раз ядро бросала. Ну, гранату, естественно, 30 метров, 100 метров, 3 километра, прыжки в длину с разбега с места, то есть все 5-10, это все, так как я физически была подготовлена, для меня это расплюнуть было. Вот. И деньги всегда водились, а тут бац, и денег нет. И даже когда я уже поехала по распределению в коми, уже тогда
миллионы все обрушились. И стала полная попа. Ну, в коме по распределению это отдельный разговор. Я приехала домой после коми и устроилась в межхозлесхоз. Это есть государственные леса, а есть колхозные леса. И так как я Суводский лесхозтехникум закончила, я по профессии устроилась мастером лесного хозяйства. Вот как бы, да. Вот. Денег практически вообще не платили. Подкидывали по двадцатке, по 20 рублей. Тогда все, у меня если оклад 220 рублей, что это 20 рублей? Короче, по мелочам так подкидывали. А так как я у родителей деньги просить не могла, ну просто как-то стыдно было. Работаю и деньги у родителей клянчить. Как-то мы воспитаны были так. Ну вот. И даже бутылки собирали, чтобы... Я же курю. И чтобы на сигареты было. Ну, проработав год и месяц, мне заплатили. Потом через 4 месяца после увольнения мне заплатили 2800. О, 2800. Я поехала в Киров сразу. Не сразу, чуть попозже. Ну, одеться же, молодая, одеться же хочется. Что-то, и шмотки купить хочется. Ну, я поехала. Там подкупила, то все. Папке, помню, бритву купила себе, костюмы, там кофточки, то все. Помню, шапку купила норковую, воротник песовый какой-то купила. Все хотела пальто сшить. Ну, вот. Я уволилась. Год и месяц проработав, так как не платят, ничего, я уволилась. Думала, конечно, я устроюсь куда-то, где платят, все такое, но пошло так, что я осталась безработной. Я очень часто вставала на службу занятости населения. И так это было унизительно, честное слово. Просто какие-то гроши, вообще копейки тогда платили на службе занятости. И просто я... очень сильно расстраивалась и как бы не могла место найти себе. Не могла себе найти место, просто мучилась, сильно мучилась. Это безденежье просто убивало, просто меня уничтожало, просто меня в какую-то яму затягивало. Я... вообще не представляла, что я так скачусь и что я просто себя потеряю. Я действительно потерялась. Я думала, я уже никогда не выкарабкаюсь. Мне было безработица это, ну просто уничтожила. Такое время пошло, что... такой шикарный поселок у нас был. У нас был очень шикарный поселок. И большая больница, ведь лечебница, организации. Столько организаций. ПМК-12, химия, МСО, дорожный, райпо большой, лесхоз, межхоз, лесхоз, РС, два колхоза. У нас в районе было где-то 27 ферм. Если я не ошибаюсь, может быть даже больше. Огромный свинокомплекс, который разобрали по кирпичику. Все леса заросли. Я понимаю, там осветление можно было сделать и вырастить хороший лес, но никому ничего не надо. Никому ничего не надо и...
просто сейчас посевные, 1% посевных земель. Ну, засеивается. Смешно. Обалденный поселок был. Все порушили. Всего этого нет. Появились частники с какими-то пилорамами. Разве частник будет много платить? Он будет копейки платить. Даже женщины доски перекладывают. Ну, даже сейчас, вот, наверное, 1000 за 8. Это месяц отработать за 8000. А ценники-то одинаковые, что в магазине здесь, что в магазине там. Вот. И одни пилорамы да магазины частные. Все. Где работать? Население большое. Это все больше и больше угнетало. Ладно бы это продолжалось год-два, но это вообще было бесконечно. Казалось, что это никогда не закончится. Потом меня как будто кто-то пнул. Я подумала, что надо что-то делать. Ну, тут сестра мне позвонила. Говорит: Толь, со службы занятости населения приглашают на работу на теплице. Поедешь? А так как у меня уже был опыт в Москву, съездила я. Я уже немножко как бы не побаивалась, но осекалась. И поэтому я говорю: сестренке, съезди, посмотри, выдержу я эту температуру или не выдержу. Смогу я работать или нет? Она поехала, звонит и говорит: Оль, да сможешь, выдержишь, ты крепкая. Вот я и рванула. Ну вот теперь я уже здесь. И теперь гастарбайтер превратилась в питерскую. Прошу любить и жаловать. Вот так я появилась на теплицах в Питере. Сначала в Ленобласти. А теперь я уже питерская. С питерской пропиской. Прошу любить и жаловать. Но я не зазналась, не думайте. Я всех люблю, целую. Мне пора ехать. Мне пора подать транспорт.